Хей, сегодня шмики, мы продолжаем, даже сказать, заканчиваем игру под названием SpongeBob SquarePants Battle of Bikini Bottom. Ну что, поехали, у нас осталась только пещера, поэтому идем. Прыжок! Летели. Пришло сообщение о мужчине-русалке и мальчике-балланусе. Похоже, затеряли несколько их супергеройских приспособлений. Если обнаружите, сразу же сообщите дому отдыха Шеди Шоалс. Ау, мужчина-русалка, мальчик-балланус. Мне нужно найти их. Те роботы не будут с нами мешкать. Щелкни кнопкой мышки, чтобы перепрыгнуть с платформы на платформу. Время твоего прыжка соответствует скорости каждой платформы. Собери все устройства супергероя, чтобы перейти к следующему уровню. Но здесь довольно банально. А! Ура! А! Фу! А! Отлично, ты нашел! Радар! Как же это громко. А! Уходи, Спанчбоб, уходи! И да, главное еще знать, об что, куда нам будет биться. О-о-о, пирожки! Да, но сюда лучше не садиться на конус. Присосочная машина. Молодец, ты нашел! Миксер мужчин-русалки! Так, дополнительная жизнь. Ну я ж запрыгнул почти. А тут как я сделаю? Если она одна в... А, всё, понял. А! Уходи, Спанчбоб, уходи! А! Отлично, ты нашел! Бумеранг! Бумеранг! Ну да, почти. Пощупал. Классная работа, ты забрал! Стальные шарики! Стальные шарики? Для чего же они нужны? О, это было опасно. Так, а теперь ждать полжизни, пока надо идти сюда. Здесь, короче, прикол в том, что я должен прыгнуть в тот момент, когда они будут отталкиваться. Хотя нет. Замедление либо мыльные пузырики. Что же мне надо взять? Классная работа, ты собрал! Раздуватель пузырей! Пирожки! Ура! Дальше легко будет. Ну, сейчас следующее задание. Я просто помню эту. Похоже, этот проход блокирует современная система охраны. Ай-яй-яй-яй-яй! На самом деле, это похоже на кучу огромных камней на пути.
Ну мне же лучше знать. Щелкните на стрелках, чтобы выровнять детали. Используйте цвет и форму, чтобы собрать вместе все части. Пройди все три уровня, чтобы перейти к следующей игре. А не, я забыл. Это не так уж легко, сложно. Легко. Отлично! Ты получил оригинальная кепка! Оригинальная. Заработал! Перчатки! Наказание. Зачем я туда ее мотал, если могу сюда примотать? Тут сложно понять, блять, откуда какая часть. Отсюда ждем. Так, что больше, вот этот или этот кусок? Заработал. Молоток! Игрушечный. Фуду хотите, пиздец? Нихера там улица, что ли, так сильно парит? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Эй, Сквидвард, хорошее место. Не знал, что ты переехал. Это не мой дом, идиот. Это клетка. Роботы засадили меня сюда. Роботы, а? Эй, не бойся ты, с щупальцами. Я тебя спасу. И тогда мы сможем поискать человека-русалку и мальчика-балануса. Вместе. Знаешь, я тут немного поразмыслил. Мне тут нравится. Уходи, Спанч Боб, оставь меня в моем новом доме. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чушь, Сквидвард. Я тебя оттуда вытащу. Ответь верно на вопросы, чтобы освободить Сквидварда из клетки. Со временем неверные ответы исчезают. Набери хотя бы 500 очков, чтобы перейти к следующей игре. Я готов! Я готов! Я готов! Как Сквидвард называет свой планет? Клари. Не Сквиди, маленький человек. Клари. Только 10 очков. Хотя это коричневый может быть. Ну тут непонятно, тут не скажешь. Похож на оранжевый. Какая фамилия?
Цакагави. Щупальца. О, пирожки! Что? Пирожки с пирожками на лодочной машине. Вообще не видел машину Сквидварда. Кто самый большой противник Сквидварда? Противник, Антон. Квиллем, мышек с усами, который. Как звали предка Сквидварда? Сквак. Кислородный баллон! Сколько морщин на лбу у Сквидварда? 3. Почему он сразу не нажал? Я сейчас, я могу и проиграть. Уходи, Сквидвард, уходи! На каком инструменте играет Сквидвард? Кларнет. Шестьдесят семь. Отлично! Ты получил тренировочный мяч! Фух, ну хотя бы не проиграл, слушайте. Что делает свободное время? Рисует. Хотя он и рисует, и играет на кларнете. Серьезно? Ну ладно, все равно выиграл. Эй, посмотри, туда! Мужчина-русалка и мальчик-баланус. О, где? 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 Как это я оказался окружен такими неудачниками? Проводи Сквидварда в пещеру, избегая по дороге моллюсков. Двигай мышкой вверх или вниз, чтобы карабкаться, и влево и вправо, чтобы менять веревки. Собери все устройства супергероя, чтобы перейти к следующей игре. Классная работа, ты собрал! Что, не нормальный? Перенастрою рацию! Так, там ничего. Найкс! Ну там лейку я, в принципе, не достану. Классная работа, ты собрал! 100% сок из водорослей! Почему такое большое название? Ну, даже небольшое, оно огромное. Ты нашел перископ. Один фиг мне теперь на другую сторону возвращаться. Слишком медленно, моллюска. Найкс.
зашел. Капсулу. Так, вниз, поехали. Тихо, назад. Яйц! Ну, хорошо. Ты неудачник. Классная работа, ты собрал. Одежду. Яйц! Одежда для ванной. Окей, отлично. Фух, ну зато прожил. Фух, наконец-то я отделался от этого дурака. Привет, Сквидвард! Это я! Давай сейчас пойдем и найдем мужчину-русалку и мальчика-балануса, дружище. Найти их! Они прямо за тобой! Я на это не поведусь. О, мужчина-русалка и мальчик-баланус. Да, мы разработали план, чтобы спрятаться. Я хочу сказать, остановить робота. Что происходит, а? Да, а что он сказал? Но мы не можем найти наши приспособления. Без них мы не сможем сражаться с преступностью. Какой бестолковый шут мог взять приспособление супергероя? Я не знаю. О, хулиган. Просто повесь их на стену с приспособлениями. Постарайся не шуметь. Сейчас для мужчины-русалки время менять подгузники. Щелкните на громкоговорителе на стене, чтобы услышать подсказку об устройстве, которое тут есть. Возьми и помести каждое устройство супергероя в нужном месте на стене. А давайте сами будем угадывать. Здесь находится в порядке, так что ты знаешь, что это значит. Мы можем остановить этих роботов сейчас, как команда. О, нет, нет, это значит, что время... Танцуй. Хорошо. На танцплощадку! Вот почему я оставил это самым последним. Запомни палитры, которые подсвечиваются. Нажми на квадраты в таком же самом порядке, чтобы Спонж Боб танцевал. Чем больше Спонж Боб будет танцевать, тем больше очков ты получишь. У-у-у, пирожки! А я не помню, там меняется музыка или нет. Ура! Да, меняется. По всему городу.
Давайте просто музыку эту послушаем. Тяжелее становится. О, нет! Сложно. Частицы! Блин, забыла этаж. По всему городу. Давайте до следующей смены музыки и все. Где на белый нашел? Сука. О, нет! Раз, два, три, четыре. Забыл, я все позабывал.
Ладно. Частицы! Потанцевали, хватит. Прыжок. Еще раз. Открываем. Открыть. Мелочи Сквидварда. Сквидвард Тривия. Верюка. Безделушки. Оу, вечеринка. Ну, в принципе, все, мы с вами все прошли. Это. Ну что, я думаю, тогда можем на этом с вами заканчивать, ребята. Финальной концовки тут как бы нету. Поэтому как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до следующих игр. Всем пока.